И всем привет, с меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я вам вообще много чего покажу. Мы сегодня играем в Counter-Strike Global Offensive. И в общем, про что будет вообще этот видеоролик? Почему я включил только веб-камеру и почему... О чем будет этот видеоролик? После этого вот я сейчас поговорю и начну уже играть. В общем, прикол в том, что сегодня я играю с разными программами, которые запрещены в Counter-Strike, их использовать нельзя, за них можно получить вагбан, но я решил, почему бы не попробовать и не пользоваться. Я буду пользоваться всякими такими программами, как Wallhack, AIM, Behop, программа Slam, ну и еще несколько программ, я не знаю, как их назвать, в общем, скрипты. Я уже забиндил все кнопки, которые будут мне там как-то работать. Я не знаю, как, я еще не проверял, но главное, я это все сделал. И в этом видеоролике просто я буду играть, и вы это все посмотрите. Но сначала просто я зайду на сервер. Ну, Slam вы знаете, кто... Slam использовал уже эту программу, скажу сразу, эта программа включает музыку на сервере, она не считается как какие-то читы, но возможно, я конечно не уверен, но возможно за нее банят, ну точнее нет, за нее не банят, но все же кто-то писал, что за нее банят. В общем, сегодня я буду использовать 5 программ для Counter-Strike, за который банят в Counter-Strike. В общем, поехали. Я показывать вам не буду, потому что я уже давно на нем не играю, но все же ладно. Я сегодня играю на этом аккаунте, так что не пишите в комментариях, где твоя основа и почему ты с нее не играешь. Да, в общем, кто хочет посмотреть скины, можете посмотреть. Все прямо с завода, ну, все, которые скины есть. Немного ширпотребно, это не важно, это потом исчезнет. Просто я сейчас сидел на сайте до этого. В общем, ссылка на этот сайт будет в описании. Там каждый день, если заходить, можно получить от 1 до 3 скинов. Slam, я немного здесь переправил все, я здесь поставил свою музыку, но сегодня мы будем пользоваться только так, Бомбит, мы будем пользоваться еще бомбой, возможно, не будем пользоваться, но возможно мы будем пользоваться у которой смеются, да. Смех я использовал мясника, и поэтому вот так вот как-то. В общем, будем использовать эту программу. Это Source Live Audio Mixer. Он за него в Counter-Strike и в других играх Steam на движке Source не банят, но, возможно, кто-то писал, что за нее банят. Другие программы я вам показать не смогу, потому что они уже включены. Это специальные такие читы, которые, когда их включаешь, в общем, они пропадают, и их просто найти нельзя. В общем, они сейчас в игре. Я могу использовать Wallhack, то есть VH, AIM, AIMBOT, BunnyHop, ну, BHOP. Ну, вы знаете, кто играет в Counter-Strike, тот понял. В общем, такие вот программы. И еще одна программа. Я точно не знаю, что это за программа. Но она тоже считается как чит, тоже что-то с прицеливанием. В общем, 5 программ у меня получается, с которыми я буду сегодня играть. У нас получается, пишем здесь эксик сейчас. Прости, что я такое ПК был? Трек-лист. Это просто тимирушка мне пристала. Так, и здесь выбираем, например, что нам нужно. Нам нужно 30. Вводим. Все у нас работает, ха-ха-ха, и в общем посмотрим, как это все работает. Ну что, кто выиграл? Кто там ставил? Варпач, ты ставил, да? Мы проиграли. Все работает, но, ребят, мы пока что не смогли проверить это все. Я не смог проверить это, я за Инферма всегда голосую, потому что Мираж мне надоел. В общем, я пока что не смог проверить это, но сейчас я зайду на сервер и уже попробую там поиграть. Ну, ладно, попробую. Ой, еще тебе, у меня 6. Money,
Ладно, если вам будет это интересно, я, конечно, вам покажу подборку именно тех читов. А это было топ-5 часов, с которыми я играю в данный момент на не основном аккаунте, а сейчас я просто включу просто музыку какую-нибудь интересную. Ну, я думаю... Ладно, давайте 8. Пусть будет. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!